Будущая вожатая Орленка. Во Всероссийском детском центре стартовала школа педагогических работников. В этом году ее участниками стали около 40 человек. Все они выпускники высших и средних профессиональных педагогических учебных заведений. Будущие вожатые уже знакомятся с Орленком и с его сотрудниками. Юлия Хворостянова расскажет о первых днях пребывания в школе вожатых. Позади сборы, утомительные часы в дороге – все это ради встречи с Орленком. Выпускники педагогических вузов со всех уголков страны теперь часть большой семьи Всероссийского детского центра. Привлекали к этому детей, чтобы с самых первых минут ребята уже почувствовали, что их здесь ждали, что им здесь рады, что обязательно они станут хорошими сотрудниками и с самого начала к ним уже относятся как к равным, как к сотруднику Всероссийского детского центра «Орленок». Раз, два, три. Считаем на трех. Раз, два, три. В «Орленке» особое внимание уделяется отношениям внутри коллектива, поэтому эти ребята станут не только коллегами, но и друзьями. Узнать друг друга и сплотиться будущим вожатым помогают психологи детского центра. Я думаю, что это поможет нам в работе именно с напарниками, то есть, да, как сработаться, как, там, не знаю, там, узнать друг друга поскорее, еще что-то, вот, ну и непосредственно с детьми. Через это мы сможем, ну вот, ребенка вывести на те эмоции, там, не знаю, на, может быть, на какие-то слова. Ура, протокол! Протоколом запротоколировал, так как интервьюируем. Первые дни школы педагогических работников будущие вожатые знакомятся с детским центром, его территорией, традициями, отделами и сотрудниками. Так на телеканале «Орленок ТВ» начинающие педагоги пробуют себя в роли ведущего новостей. Чисто рапортовал, да не рапортовал. На телестудии нам сегодня показали принцип работы ведущего, и мы узнали, как правильно себя вести перед камерой, как правильно держать себя, как надо говорить. В плане, что нужно говорить громко, уверенно и не сбиваться, не водить головой туда-сюда. Думаю, в будущем это нам поможет в работе вожатого, чтобы привлечь внимание детей. Школа педагогических работников 2018 только набирает обороты. Впереди лекции, знакомства с образовательными программами и тематическими проектами центра. Молодые педагоги узнают все тонкости в работе с детьми. Обучение продлится до конца марта. Выпускники школы подпишут трудовой договор и станут вожатыми детских лагерей «Орленка». Юлия Хворостянова, Алексей Исаев, телеканал «Орленок ТВ».